Любовный треугольник остался без двух углов. Один мужчина погиб, другой сел в тюрьму. В Югре суд вынес приговор жителю Кандинского района за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Об этом сообщает пресс-служба окружного управления СКР. В мае прошлого года 42-летний рецидивист из ревности избил знакомого своей сожительницы, который через непродолжительное время скончался от полученных травм. А увидев, что потерпевший не подает признаков жизни, преступник сначала спрятал тело в гараже, а с наступлением темноты закопал его во дворе заброшенного дома. Через 9 дней, опасаясь, что труп найдут, югорчанин перезахоронил его на берегу озера Чехомятское. Суд приговорил убийцу к 8 годам, 1 месяцу колонии строгого режима.